Полезный город. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полезный город». В студии Инга Дегтярева. И у меня в гостях генеральный директор Кировской экспертно-строительной организации Павел Рылов. Павел, добрый день. Здравствуйте. Павел, на протяжении нескольких программ мы с вами разговариваем об услуге технического заказчика. Мы поговорили о том, что это за услуга, какие этапы она в себя включает. Сегодня давайте перейдем к самому, наверное, интересному для всех представителей бизнеса вопросу – вопросу экономии. Можно ли сэкономить на услуге, в каких этапах можно и нужно ли, самое главное? Ну, давайте начнем с того, что технический заказчик – это изначально для нашего клиента будет услуга бесплатной. Потому что на протяжении всего строительства, как показывает практика, та сумма, которая была оплачена за наши услуги, в итоге экономится на строительстве, на объемах выполненных работ, либо на каких-то других этапах, значит, технического заказчика. Но экономия, она начинается уже на самом деле с этапа идей. То есть мы, когда обсуждаем с нашим заказчиком, с нашим клиентом идею, концепт, что он хочет, то мы отсекаем уже самое лишнее, то лишнее, которое просто-напросто не нужно туда вкладывать деньги, и уже здесь стоимость строительства серьезно может упасть. А дальше непосредственно уже на самой стройке. То есть все прекрасно понимают, что любая подрядная организация старается заработать на строительстве, и опять же, из нашего опыта получается так, что предъявляются акты выполненных работ, где заведомо завышенная стоимость работ, либо объемы выполненных работ, либо включаются вообще те виды работ, которые не выполнялись. Хитрят. Хитрят, да, не все, но часто это очень бывает. Поэтому наша задача проверить это все и убедить нашего инвестора о том, что либо это действительно какие-то дополнительные работы, без которых нельзя дальше вести строительство, либо мы говорим о том, что вместо там 4 миллионов надо заплатить 3 миллиона. И доказываем, обосновываем, почему. То есть и в конце получается расчет, где мы четко видим, что технический заказчик, по сути, услуга бесплатная. Ну, отлично. То есть получается, что если мы хотим построить какой-то свой объект, строительный или промышленный объект, сделать это в срок, сделать это по всем нормам, по всем канонам и правилам, при этом не потратив личные и лишние средства, то самое простое, что мы можем сделать, это обратиться в компанию КЭС и воспользоваться услугой технического заказчика. Обращайтесь к нам, и мы вам обеспечим полный контроль ваших инвестиций. Спасибо огромное. Я напомню, что это была программа «Полезный город», и у нас в гостях был генеральный директор Кировской экспертно-строительной организации Павел Рылов. Более полную информацию об услуге технического заказчика и других услугах компании КЭСа вы можете получить, обратившись в офисы компании по улице Московская, 107Б, бизнес-центр Московский, 10 этаж. Контактный номер 219-900. «Полезный город».